Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Тему лекции я вам в прошлый раз объявил. Две лекции. Одна понятие развития. Понятие развития. А вторая социальное развитие. Значит, я пригласил прочитать эти две лекции известного специалиста по диалектике. У нас специалист. Широко известного. Широко известного. Всемирно известного. В узких кругах. Специалиста по диалектике и специалиста по теории развития, доктора философских наук, профессора Казённого Александра Сергеевича. На самом деле тоже был. Михаил Владимирович преувеличивает. Но, конечно, вопросами этим я действительно занимался. И занимался много, в том числе с историками. Когда был деканом исторического факультета, правда, не вашего университета, а Ленинградского государственного университета. Сейчас у вас тут Санкт-Петербургский государственный университет, да? А в Ленинградской области есть Ленинградский государственный университет. Вот я там, значит, был деканом исторического факультета, историком, читал лекции и о развитии, о социальном развитии, о других категориях. И здесь так понимаю, что вы предыдущими лекциями Михаила Васильевича подготовлены к восприятию сложных глубоких категорий, поэтому я буду опираться на то знание трудов Михаила Васильевича, которое имею, и думаю, что и вы, значит, знакомы с его мыслью, с его категориями и с общими нашими категориями научными, диалектическими. Поэтому они нам помогут в осмыслении этой проблемы. Проблема, на первый взгляд, значит, очень простая. Почему? Потому что, ну, развитие словечка нынче ходовое, ходячее даже, я бы сказал, у всех на слуху, да, развитие, развитие, давайте развитие, бюджет развития, политика развития, программа развития там сельского хозяйства, там программа развития, значит, жилища, жилище 2020, другие, поэтому... Как будто все это более-менее известно. И, скажем, спрошу я вас, что такое развитие? Вы, наверное, мне ответите. Что такое развитие-то? Не говори, не выдавай. Да, ну, все-таки вот так сразу, значит, не получается. И я думаю, что, ну, в общем, наверное, правильно, если вы не касались формулировки, определения, то, конечно, сразу это, может быть, и не сделать. Но представление о развитии у вас, я думаю, у всех есть, и оно более-менее такое, ну, близкое, значит, к подлинному содержанию. Но хочу отметить, что до понимания развития, до понятия развития, до обсуждения проблемы развития человечество доросло только в середине 18 века. То есть... До середины 18 века, в общем, как-то тут не было проблем. Во многих языках и слова не было. Да? Развитие. Как-то не до развития было. Почему? Потому что мировоззрение было, которое не допускало развития. Мир создал Господь, историей руководит Господь, поэтому все установлено, предопределено. Поэтому какое развитие? И только, значит, с просвещением, с противоречиями внутри конфессиональной жизни европейских стран привело к пониманию, что нет, все-таки дело обстоит не так просто. А дело, значит, заключается в каком-то таком глубинном движении, которое надо осознать. И вот где-то в середине 18 века только, значит, проблема и понятие, и противоречия развития были осознаны. Но все-таки мы так, если задумаемся, ну а что раньше-то уж так уж совсем не понимали, что мир как-то движется, изменяется, становится? Понимали. Но и развитие понимали примерно так же. Да? Поэтому, значит, прежде чем развитие осознать как современную категорию, современное понятие,
если хотите теорию, полезно заглянуть и, значит, в предшествующее осмысление этого явления. Поэтому первая лекция наша, поднятие развития, включает четыре вопроса. Первый. Происхождение развития. Второй. Первые концепции развития. Третий. Классические теории развития. Четвертый. Дискуссия о развитии. И, наконец, истинная концепция развития. Истинная концепция развития. Значит, вот вопросы. Значит, я сказал, и раньше люди все-таки думали о каком-то движении, о становлении. Было предощущение, какое-то представление о развитии, но впервые в более-менее развитой научной форме мы видим выражение, значит, представление этого в великой книге римского материалиста-философа Лукреция Карра «О природе вещей», которую я вам, как историкам, значит, рекомендую почитать. Там и о природе, и об обществе, и о человеке. Написано все это в очень поэтичной форме. И я думаю, для историков это представляет такой большой интерес. Цитата, она несколько большая, несколько великоватая, но я думаю, что она интересна вам и в содержательном смысле, и в историческом смысле. Как люди, значит, осмысляли или представляли себе развитие космогоническое, то есть природы вообще в целом. И я говорю, что это первый такой связанный рассказ космогонический. Значит, это я цитирую «О природе вещей», глава 5. «Ни светоносного круга высоколетящего солнца не различалось тогда, ни созвездия великого мира, и ни полей, ни небес, ни земли, ни воздуха также, как ничего из вещей, схожих с нашими, не было видно. Был только хаос один, и какая-то дикая буря всякого рода начал, беспорядок нестроимый которых все промежутки, пути, сочетания, тяжесть, удары, встречи, движения их возмущал, затевая сражения, так как при разнице форм и в силу несходства в фигурах, несоединенными так им нельзя было всем оставаться, не произвесть между собой каких-либо стройных движений. Врозь разбегаться затем стали разные части, со сходным сходное в связи вступать, и мир разграничивать стало, члены его разделять и дробить на великие части. Стало тогда от земли отделяться высокое небо, стали моря отходить, обособившись водным пространством, и выделяться огни стали, чистые в дальнем эфире. Стали сначала земли, тела, все остальные купно, так как они тяжелы и сцеплены крепко, сходиться, все в середине и в самом низу места занимая». Значит, как цитата, она длинная, но место довольно краткое. И в этом кратком очерке, значит, Лукреций Карр дает нам такую картину происхождения Вселенной. Да? Как возник наш мир? Он говорит, что мир возник из хаоса. И мир возник из готовых материальных тел, вещиц, крупиц. В этом смысле, скажем, он, мне кажется, по точке зрения, да, более глубоким, чем, скажем, современные масса космогонических гипотез, которые говорят, что мир наш, значит, создан из ничего. Вот была какая-то точка нулевая, ничего не было, потом вот вдруг эта точка начала ни с того ни с сего развиваться. С чего это она начала развиваться, если ничего не было? Значит, вот представление. Заметьте, это первый век до нашей эры. Первый век до нашей эры, то есть до рождения Христа.
И надо сказать, что учение Христа и вносит в мир перспективу будущего, то есть некоторую подоснову движения. Да? Древнему обществу и древнему человеку, и древнему философу, даже таким, как Платон, Аристотель, мир казался движущимся циклически. Значит, мир повторяет одно и то же движение. И птица Феникс, она хорошо выражает вот это циклическое движение. Она рождается, поживет немножко, значит, породит других птиц, сгорает. На этом цикл закончился. Вторая птица, Феникс, рождается, пожила, потрепыхалась, полетала, сгорела. И так далее. Таким образом и, значит, существует мир, пребывает мир. Ну и надо сказать, что вот это представление о движении, оно появилось примерно в одно и то же время с категорией становления. И в какой-то мере во взаимосвязи они родились. Становление, я так понимаю, вы уже хорошо усвоили. Усвоили становление-то? Что такое становление? Становление – это процесс перехода из бытия в ничто и ничто в бытие. Нет. Переход из бытия в ничто делает что-то третье, да? Есть бытие, есть ничто, и вот из пункта А в пункт Б переходит там поезд или что-то такое, да? А становление – это переход самого бытия в ничто. Значит, движение самого бытия в ничто. Само оно переходит в ничто. И противоположное движение, значит, ничто переходит в бытие. Не из бытия кто-то в ничто переходит, а само ничто. Не из ничто что-то переходит в бытие, а само ничто переходит в бытие. Значит, и вот эта дискуссия, она, собственно говоря, и подвигла, значит, к вопросу о том, есть ли движение, не развитие пока еще, да, а движение. Скажем, Парменид, первый философ, говорит, есть только бытие. Оно едино, неизменно, все заполняет, представляет собой шар, значит, и этот шар вечно пребывает. На одном из диспутов Диоген начал перед Парменидом вот так вот ходить. Да, вперед. Парменид говорит, хватит ходить. А что, движения нет, вы же говорите. Чего ж вы меня останавливаете? Значит, это опровержение эмпирическое, фактическое. Опровержение должно быть интеллектуальное. Интеллектуальное, значит, нашлось, но... Нашлись и защитники, что движения нету. И у Парменида нашлись ученики, которые обосновали, что движения нету. Ну и разработали так называемые опоры Зенона. С опорами Зенона вы знакомы? О, есть люди, которые знакомы с опорами Зенона. Но все-таки их немного, поэтому, ну, я... Парочку быстренько напомню. Зенон говорит, что доказывает, что движения нет. Значит, прежде чем пройти расстояние от А до Б, нужно ведь пройти половину расстояния. Правильно, девушки? Или вы не согласны с этим? Согласны вы с этим утверждением, что чтобы пройти расстояние, все, надо пройти половину? Ну вот они кивают, согласны. Надо пройти половину, конечно. Теперь, чтобы пройти это расстояние АС, нужно же половину его пройти. Так? Логично? Логично. Чтобы пройти это расстояние, нужно еще половину пройти. Логично? Логично. А чтобы это расстояние пройти, еще половину. И так далее, и тому подобное, до бесконечности. Поэтому движение не может даже начаться, говорит Зенон.
И с логической точки зрения тут ему трудно что-либо противопоставить. Все вроде правильно, никаких вроде ошибок он не делал логически. Ну и знаменитая Ахиллес, быстроногий Ахиллес, пытается, если он попытается догнать черепаху, то прежде чем добежать до черепахи, он же должен пройти половину расстояния. Так, но за это время черепаха уже куда-то уйдет. Значит, он, прежде чем догнать, пока он бежит до этого места, где была черепаха, черепаха сдвинется на какой-то промежуток. Поэтому ему опять придется бежать. Пока он бежит до этого места, черепаха опять сдвинется на какой-то промежуток. И ему опять придется бежать. И так далее до бесконечности. Поэтому быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху. Значит, и встала проблема. Значит, есть движение-то или нету? И эту проблему разрешил только Демокрит, который говорит, что бытие заключается не в целом, да, не целое, не заполненный шар себя представляет, а корпускулы, атомы, атомы по-гречески. Что такое атомы-то? Неделимое. А отрицание, томы делимое, атом неделимое, то есть простое, что не на что делить, там ничего нет, пустота, простота. Значит, а вот атомы эти в пустоте, они движутся. То есть Демокрит обосновывает движение тем, что есть атомы и пустота, и атомы движутся в пустоте, соединяются в пустоте, формируют вещи в пустоте, и в вещах поэтому есть пустота. Значит, вот можно сказать, что вот эти вот современники, Парменид, Демокрит и Гераклит, значит, они впервые начали задуматься над этими вопросами, но не над развитием еще, да, а над движением и становлением. И Гераклит, значит, который открыл человечеству категорию становления и сформулировал, становление есть движение. Становление есть движение. Исчезновение бытия и ничто друг в друге, если сформулировать по-нынешнему. Но и из Гераклита понятно, что он понимает, что становление есть движение. И, скажем, мир есть огонь, мерами вспыхивающий и мерами затухающий. И тут же он дошел и до категории изменения. Говорит, все течет, все изменяется. И категория изменения, значит, как говорит Гегель, она есть конкретное становление. Становление, ставшее конкретным. Ну и я так понимаю, с категорией изменения вы тоже знакомы. Что такое изменение? Но это вообще-то да, преодоление собственной границы, выход за свою границу, за свой предел. Но она все-таки более простая еще категория, да, изменения. Ну, никто не вспомнил. Изменение. Что такое изменение? Да, вот, значит, с движением, со становлением, с изменением, вот с этими категориями и можно всерьез, значит, подойти к категории развития. Поэтому нужно себе четко отдавать отчет, значит, в том, что это за категории, что они отражают в жизни, в бытии, в истории, да? Чтобы понимать глубоко, что значит развитие. Можно так сказать, можно, но лучше выразить это чисто логически так. Изменение есть становление нечто иным. Становление есть переход нечто в иное. То есть это напоминает становление. Но это становление, ставшее конкретным, оба момента которого, да, самостоятельны, а не нечто.
Значит, в нечто есть само нечто и его отрицательность иное. Значит, оно движет это нечто, в том числе к границе, к пределу, и выходит выносит его за свои границы, за свой предел. И в этом смысле можно сказать, что, значит, вот этот выход за предел, долженствование, он и есть источник развития. Каждая вещь, каждый предмет, значит, содержит в себе вот этот вот предел. Как конечное, он содержит в себе предел. И каждая вещь, каждый предмет, человек, общество, политика выходит за свой предел. Ну и вы, каждый из вас, я думаю, что тоже выходит за свой предел. Причем каждый выходит за свой предел регулярно, постоянно. Просто вы не знаете этого, не отдаете себе в этом отчет. И это зря. А вот человек, который отдает себе отчет, да, он делает свое развитие сознательным, сознательно относится к своему развитию. Что значит выходить за свой предел? Скажем, ну вот, я думаю, что до встречи с Михаилом Васильевичем вы не знали, что такое становление. Для вас эти категории – это был какой-то предел. Кстати, если кто-нибудь обращался к науке логики самостоятельно, то я думаю, что вряд ли он преодолевал страниц 10. Он ощущал свою такую трудность, неспособность, скуку, и это дело бросал. Младший современник Шопенгауэр, философ довольно известный, говорит, место книгам Гегеля не в библиотеке, а в аптеке, как снотворное. Вот. Я его понимаю. Это вот он сунулся в эту науку логики, почитал, значит, переходить предел поленился и так и отбросил. И зря. Вот. А кто усваивает вот эти первые категории, хотя бы становления, да, тот для себя открывает, значит, богатую интеллектуальную такую стихию, которая позволяет проникать в любой предмет на первых же порах, ну, не в самую там глубину, но, по крайней мере, в суть. Каждый предмет он понимает как становление, а это очень много. Одно дело понимать его непосредственно, вот как данность, как бытие, да? И другое дело понимать, что в нем есть ничто, да еще они взаимодействуют, переходят друг друга, да они есть прихождение и возникновение, и как таковые взаимодействуют друг друга, и еще снимают себя в наличном бытие. То есть каждую вещь вы видите вот в такой многогранности сразу. А люди, которые этого не поизучали, они не видят этого. Поэтому вы перешли довольно серьезный предел. И кто изучает дальнейшие категории, значит, тот переходит эти пределы. А если представить, значит, что какой-то человек не переходит предел, то он похож на такого товарища, которого спросили. Мальчик, тебе сколько лет? 33. Он не переходил предел, он так и остался. Значит, 3-летним мальчиком 33 года. А нормальные люди, и, собственно, все вещи, это всеобщий закон, всеобщая категория. Она касается всего. Всякое, значит, конечное переходит свой предел. Ну и когда вы сознательно к этому относитесь, вы сознательно, значит, управляете и направляете свое развитие. Выходите за пределы, знаете, где и как вы можете выйти за эти пределы. Причем иногда они кажутся непреодолимыми. Вот я помню, в молодости был такой штангист Юрий Власов. И вот как раз мы занимались в секции штанги, а он поднял в 3 движениях 500 килограммов. Мировой рекорд. Ну и казалось, все. Предел. Больше уже не поднять, 0,5 тонны. Нет, проходит года 4-5, выступает молодой атлет Леонид Жаботинский, поднимает 505 килограммов. Проходит или год или два, там, значит, олимпиада какая-то, он поднимает 510 килограммов. Думаю, как это можно так? Это уж какие-то все нечеловеческие силы.
Проходит еще там время, в конце концов он поднял 524 килограмма. И вскоре отказались от тройного движения, но в двух сейчас движениях поднимают больше, чем тогда поднимали в двух движениях. Так что вот эта дискуссия, значит, Парменида, Гераклита, Демокрита, вот в ней вызревает вот это ощущение, значит, развития. Вызревает представление о развитии, но самого развития все-таки пока еще нет, и понятия развития нет, тем более категории развития нет. Хотя, скажем, и у Платона, и у Аристотеля есть произведения, которые специально даже посвящены этому. Скажем, у Аристотеля есть произведение «Возникновение и уничтожение». Но Аристотель как рассматривает возникновение и уничтожение? Значит, вот есть возникновение. Вот оно такое и сякое, вот вещи переходят из одного состояния в другое, но вот они сохраняются там и так далее, и так далее. А есть вот уничтожение, оно противоположное, и вот оно такое, и такие у него свойства, и такие периоды, и так далее, и тому подобное. Поэтому и понимание развития было не то чтобы затруднено, оно было невозможно. Почему? Потому что развитие, в развитии противоположности соединены. Скажем, категория становления, она в какой-то мере настраивает на единство бытия ничто, но тогда она еще не была развита в такой мере, да? Поэтому тогда еще даже Аристотель этого не схватывал. И только Гегель выразил это пластично, мудро, глубоко, и мы теперь можем на основе вот этих гегелевских диалектических категорий понимать и развитие. Да, ну и как я говорил, что вот эту перспективу развития, значит, перспективу будущего впервые дает, в общем, христианство. Чем оно дает? Тем, что, значит, христианство дает перспективу, во-первых, временную, по сравнению с циклическим временем античного мира, античной Греции и Рима. Во-вторых, перспективу совершенствования человека, перспективу лучшего мира. То есть когда-то будет лучший мир, чем этот. Более совершенный, более гуманный, более свободный и так далее и тому подобное. Скажем, древний мир, греческий мир, да, Гегель говорит, в нем свободны некоторые, аристократия. В германском мире, говорит он, свободны все. Но христианство говорит, Христос говорит, что я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Сейчас вы еще все недостаточно свободны. Только усвоив истину, вы сделаетесь свободными. И свободным можно сделаться без истины. Можно без знаний, без истины, без знания законов быть свободным человеком? Я думаю, что нет. И по определению, данному еще Демокритом, свобода есть осознанная необходимость. То есть ее нужно осознать, понять. И если вы осознаете, поймете необходимость и выработаете к ней произвольное отношение, значит, подчиняющее, да, подчиняющееся, тогда вы будете свободны. И греческая поговорка говорит, значит, человека, который не подчиняется судьбе, то есть необходимости в понимании древних, свободно, того она тащит за волосы. Значит, и в этом смысле, значит, понимание сознания необходимости, понимание сознания истины дает перспективу сделаться свободными в будущем. И это, я думаю, что великое такое открытие, значит, христианства и открытие в христианском мире. В этом смысле нынешние граждане, которые у меня на Владимирском соборе написали на фронтоне «Владычица, приими молитвы рабов твоих», вот они поступают и консервативно, да, закрывают тенденцию развития, и снова навязывают сознание рабства. Значит, и противоречит своему учителю. Учитель, значит, делал нас свободными и хотел, чтобы мы познали истину и сделали свободными. А тут нам говорят, что, мол, придите и
принесите молитвы владычицы в качестве рабов. Это сознание, значит, такое ретроградное. Теперь отцы церкви, и в частности Августин Блаженный, в IV веке написал замечательный трактат о граде Божьем, где он дает перспективу государства совершенного, государства развитого. Дескать, сейчас град, то есть политика, государство, он погряз во лжи, в грехе, цезари больше думают о том, чтобы собрать больше налогов, денег, но надо стремиться к граду Божьему, устроенному по-христиански, по-человечески. Значит, а чтобы этого достичь, нужно сделать то-то, то-то и то-то. То есть в IV веке отец, один из отцов-основателей, значит, христианской церкви и христианского богословия, дает вот эту перспективу развития. И, конечно, тогда это, в те времена, это, в общем, был такой довольно большой, значительный шаг. Ну, а времена, значит, Средневековья, я думаю, все вы хорошо знаете, что оно было сковано, значит, религиозным мировоззрением, замкнутостью мировоззрения на, с одной стороны, земные дела, с другой стороны, в отрыве от небесных. И поэтому представление о развитии, оно как-то ушло, или не о развитии, да, а о становлении, о движении, о естественном движении, оно ушло куда-то на второй план. Хотя, я думаю, что известно, есть и преувеличение вот этой стагнации Средневековья, его застылости, косности и так дальше. Там было свое развитие, но развитие такое мелкое, мелочное, с одной стороны скрупулезное, более точное, с другой стороны незначительное. И вот я в этом смысле сравниваю Средневековье с нашим временем. В Средневековье было написано масса книг. Там была масса философов, университетов, преподавателей. И вот от этой горы литературы практически ничего не осталось. Пару десятков известных философов, у них по паре трактатов. Ну, по тройке трактатов, небольших, как правило. Такие, как Фома Аквинский, там Дун Скотт, Аккам, Бэкон, Роджер Бэкон, не Фрэнсис Бэкон 17 века, а Роджер Бэкон 12-го. Значит, ну и некоторые другие. И вся эта литература, она, в общем, пропала и никому не нужной оказалась. И в наше время библиотеки перегружены, книги, сейчас зайдешь в магазин, каких там философий только нет учебников. Но почитаешь их, посмотришь, один я приведу потом попозже. Ну, в общем, это скука и говорение одного и того же. Они перелопачивают один и тот же скучный материал. Поэтому никакой жизни, никакого развития этих книг не будет. Жизнь будет у действительных книг, которые содержат открытие, которые создают что-то новое, которые дают какую-то перспективу мышлению, обществу, духу. Да? А вот эта вот жвачка такая, и в философской, и в экономике экономические книги, скажем, теории экономики, завалы, значит, во всех магазинах. Но это пустая жвачка. Поэтому я студентам в моем экономическом вузе говорю: вы лучше почитайте Адама Смита и Карла Маркса. Это действительно живая мысль. Это мысль, которая базируется на классиках, на источниках, на богатстве, на духе богатом. А тратить время на вот эти вот, значит, книжицы, тем более на американский экономик сейчас вот в экономической теории очень популярно. Ну, правда, затухает уже эта популярность. Но, конечно, не стоит. Это пустая трата времени. И люди, студенты, получают ощущение, что они не понимают, что они тупые. Но тут дело не в том, что студенты тупые, а в том, что книги тупые. Они говорят глупости или передают американский опыт. Американский опыт, он нам непонятен, конечно. И он нам и не нужен, и нет желания его понимать, американский опыт. У нас свой, по-своему развивается экономика. Да, так вот, эпоха Возрождения, она возрождает и представление о развитии. И первый такой трактат о развитии написал
знаменитый, я думаю, что вы знаете все его, философ Рене Декарт. В середине 17 века. Рене Декарт. Называется «Трактат о свете». Не думаю, чтобы вы стали его читать. Может быть, это и не нужно. Но поверьте на слово, что вот в этом трактате о свете Декарт, ну, практически повторяет основные идеи Лукреции Кара. То есть он как бы возрождает представление, значит, Лукреция Кара о космогонии, о рождении мира. И это был революционный прорыв, значит, в науке и мировоззрении того времени. Правда, Декарт говорит, что не хаос был, не хаотично носились частицы в пространстве, а мир родился из большого-большого камня. Но вставал вопрос, а откуда же берется движение и развитие-то, если камень, да? И тут Декарт, хотя и был ученым с материалистическими тенденциями, не мог избежать того, чтобы не привлечь, значит, к созданию мира Господа Бога. Говорит, вот что Господь сделал, так он толкнул этот камень. Вот он камень толкнул, камень стал вращаться, вертеться, разгоняться, раскалываться. Куски сталкиваются друг с другом. Вот, и тереться друг от друга, и в конце концов мелкие, значит, осколки поднялись вверх, создали солнце и звезды, а грубые слились и создали землю, ну и тела на земле. Значит, это сколько прошло-то, значит, 18 лет, 18 веков, нет, 17 веков прошло с тем, чтобы человечество в лице передовых ученых только еще воспроизвело, значит, точку зрения римского античного сознания. Это вот нужно прочувствовать, я думаю, что эта проблема, она непростая. Это знания какие-то очень сложные и глубокие, что, значит, 17 веков, и дело не двинулось куда-то далеко. А была воспроизведена более-менее эта точка зрения. Хотя Декарт – это один из глубочайших ученых и философов. Я надеюсь, что вы знаете, что он изобрел систему координат-то. Ординаты абсциссу-то. Знаете? Во. А он был и физиологом, и психологом, значит, математиком, само собой, физиком, ну и одним из глубоких философов. Ну а вообще, значит, широко уже идея движения и такой прообраз развития вошло в жизнь науки и философии в середине 18 века. Когда выдающийся немецкий философ Иммануил Кант в 1755 году написал ставший знаменитым трактат «Естественная история и теория неба», где в общем и целом все-таки, значит, воспроизводит космогоническую концепцию Декарта. Но здесь уже эпоха просвещения в рассвете, середины 18 века, и произведение Канта, оно легло на благодатную основу. Сразу было воспринято, распространено, и представление о вот таком движении, значит, стало, ну, более-менее общенаучным. В том числе вошло и в гуманитарную науку. И первый такой гуманистический трактат, или трактат исторический, если хотите, значит, написал тоже немецкий философ, просветитель Иоганн Гердер, который и называется «Идеи к философии истории человечества». «Идеи философии истории человечества». Это вот впервые человек обратился к философии истории человечества. И впервые рассматривает историю человечества как развитие, как движение вперед, как движение к лучшему. И в чем Гердер видит это лучшее? Значит, так и говорит, человеческий род развивается к более высокой человечности. Человечности. И мне кажется, что
эту идею и сегодня, значит, можно говорить и обсуждать в позитивном смысле. К чему действительно движется человечество-то? Значит, к человечности, к более человеческим отношениям, к более свободным отношениям, гуманным отношениям. А не таким, как нам воспроизводят последние 25 лет в России или тем более на Украине нынче. Звери так не относятся ни к друг другу, ни к кому бы то ни было. Да? А это какое-то изуверство бомбить своих граждан, значит, из всех видов оружия. Мало того, просить у Америки еще каких-то вооружений, значит, чтобы обрушить это на головы граждан. А Америка демократическая и гуманная, значит, предлагает правительству этому изуверскому, значит, свои вооружения. Это уму непостижимо. Для Гердера, для просветителей, вообще для гуманистов западных, я думаю, это мир перевернулся. А человечность, движение, значит, к человечности, вполне, значит, благоприятная перспектива, если бы она так это ровненько, хорошо, плавно осуществлялась. Но, к сожалению, дело обстоит не так розово, как об этом пишет Гердер. Но во всех других отношениях я вам, как историкам, рекомендую это замечательное произведение. Оно, во-первых, первое такое целостное. Во-вторых, оно исходит из такого страстного стремления к истине. И стремления охватить действительно все человечество. Это первый такой взгляд на всеобщую историю человечества. Поэтому вам, как историкам, я думаю, что вот это знакомство с Гердером сыграет очень большую позитивную службу. Но, конечно, вполне зрело идею развития выразил великий немецкий и мировой философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, значит, у которого и общая теория развития духа в науке логики, значит, шаги, в изучении которого вы сделали, и замечательная философия природы. Правда, Гегель говорит, что в природе развития нет. Природа есть как законченная, природа есть как постоянная, значит, существующая в жестком законе. Здесь он немножко не прав. Но зато у него есть философия истории, это такой более целостный, с продуманным основанием, более лаконичный, глубокий труд по истории, который впервые выделяет в истории те ступени, которые сегодня приняты в основном такими серьезными учеными. Правда, в последние времена, ну и не только в последние, а где-то начиная с 20 века, значит, много всяких философий истории появилось. И вот наш историк Кореев, который, я думаю, что вы все знаете. Кореева-то знаете? Да. Во. Значит, Кореев, еще Кореев шутил на эту тему. Значит, нынче на историю смотрят очень просто. И многие концепции звучат примерно так. От Адама до моего дедушки – это вот темное прошлое. От дедушки до меня – значит, это вот тут немножко начало рассвета. И вот, наконец, мы тут вам открываем свет в окошке. И прошло, значит, 100 лет, эти теории продолжаются. Например, концепция росту. Вот там была какая-то аграрная история, потом вот индустриальный век, а вот теперь наступило, наконец, новое постиндустриальное общество. Да, один товарищ пошутил. Да, говорит, действительно наступило постиндустриальное общество, особенно в России. Раньше была индустрия, а вот за эти годы она полностью разрушена. Поэтому в России точно постиндустриальное общество. Но вообще-то в мире индустриальное общество сохранилось. Другое дело, что оно дополняется IT-технологиями,
значит, современными средствами управления, современными средствами коммуникации, информации, и вместе, значит, с индустрией это дает замечательный эффект. Мы с вами находимся в ситуации, когда правительство вынуждено снова ставить вопрос об индустриализации и говорить, что вот нам нужна новая индустриализация, нужна вторая индустриализация. Конечно, нужна, потому что без индустрии никакое экономическое движение невозможно, не говоря уж о развитии. Ну и у Гегеля есть и определение, значит, истории, развития. И хотя я думаю, что вы знаете определение истории, и уверен, что Михаил Васильевич вам разъяснял, что такое история, я все-таки хочу вас познакомить и с определением истории, значит, данным Гегелем. Или, может быть, вы знаете, как Гегель понимает историю? Это изучение современности. Изучение современности как результат прошлого события. Да. Но он, наверное, так сказал. История – это изучение процесса формирования современности. Да? Не просто изучение современности, а изучение формирования современности, процесса формирования современного состояния или современности. Да. Но это Михаил Васильевич. А Гегель говорит так. История есть прогресс в сознании свободы. История есть прогресс в сознании свободы. Значит, но для того времени это было гигантское открытие. Сама мысль сформулировать четко, что же такое история, сформулировать понятие, определение истории, что она такое. Скажем, и в 18 веке просветители определяли, и сейчас я вот проводил на своем историческом факультете исследование такое. Значит, как понимают преподаватели историю, что такое история? И абсолютное большинство высказали в духе, история – это вот наука о прошлом. Это не просто не научно, это варварство какое-то. Значит, о прошлом чего? О прошлом камней, о прошлом науки, о прошлом, значит, там Луны, звезд, космогонии. Ну, по крайней мере, о прошлом обществе уж тогда, да? Но и о прошлом обществе это тоже как-то очень однобоко. А современность, она не связана с историей? Где грань проходит между прошлым и современностью? Прошлое, оно вливается, значит, в современность. Причем оно присутствует разными своими аспектами в современности. Революция 17 века присутствует в современности? Ленин присутствует в нынешней жизни? Еще как он присутствует? Кстати, вот для меня было интересным, значит, фактом, что в Симферополе, да, народ, когда понял, что украинское правительство сейчас его начнет там давить, собралось у памятника Ленина и не дало громить памятник Ленину в Симферополе. И это их, значит, в какой-то мере мобилизовало, тут они мобилизовались и организовались. Теперь, если начинается какая-нибудь потасовка, начинают громить памятники Ленина разного рода, вот эта вот такая фашистствующая публика. Не кого-нибудь, да, а Ленина. Итак, Гегель говорит, история есть прогресс в сознании свободы. История есть прогресс в сознании свободы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что история
она отражается в формах сознания, в литературе, в культуре, значит, в искусстве, еще там в чем-то. И мы по формам этого сознания видим, да, что оно развивается, оно осуществляется как прогресс. И само по себе это правильно. С другой стороны, я думаю, что нас с вами, современных людей, все-таки сфера сознания, она уже не удовлетворяет. Во-первых. Во-вторых, дело не столько в сознании, сколько в чем-то другом. Поэтому я это, в этой формуле изменил одну букву, и мне кажется, эта формула стала такой более реалистичной. Но как вы думаете, какую я букву изменил? Осознание. Не, не осознание. Но сознание я. Не сознание я. Ваше знак равенства. Как? Не слышал. Знак равенства. Знак равенства? Где? А, нет, это просто история есть, да? История есть, прогресс, сознание, свобода. В создании. В создании, конечно. В создании свободы. Вот если поставить в создании свободы, то она приобретает более реалистичный вид, более реальный вид. Да? Дело не только в том, чтобы осознавать, еще больше дело в том, чтобы создавать. Причем и сам Гегель говорит, что значит, в древности свободен один, значит, в античности и в средние века свободны многие, в нынешнем современном обществе свободны все. Что значит свободны все по Гегелю? Свободны все по Гегелю, это значит, конституция и право одна для всех, все имеют, живут по одному закону, все подчиняются одному закону, а не монарху, не деспоту и так далее. Вот что имеется в виду по нему. Сейчас мы понимаем, конечно же, что здесь существенные и существенные недостатки. Такого понимания свободы тоже явно недостаточно. Поэтому вся концепция, значит, Гегеля, она такой носит ограниченный характер. Да, ну и чтобы заодно завершить и свободу, о которой мы уже несколько раз вспоминали, о свободах, как мы понимаем нынче. Значит, раньше Демокрит нас учил, свобода есть осознанная необходимость. Да? И это правильно. Она правильная формула. То есть, когда человек осознает, что необходимо, и выполняет, подчиняется необходимости, он действует свободно. Но все-таки со времен Демокрита, и эту формулу подтверждал и Спиноза, и Гегель использует, значит, все-таки был сделан один шаг вперед. Интересно, знаете вы его, усвоили вы его или нет еще? Ну так что такое свобода? Товарищ студент, все требует свободы. А что такое свобода-то? Это право выбирать лучше рабство. Нет, это вот рабство. Право выбирать лучшее рабство. Да, некоторые товарищи прям вслед за экзистенциалистами и говорят... Свобода – это вот право выбора. Какое право, чего выбирать? Ответственность за выбор. Да, это хорошо. Хорошая какая-то мысль, но она все-таки немножко сбоку. Осознанность выбора – тоже, да, хорошее такое дополнение, но дополнение. А вот Маркс говорит, свобода – это... способность управлять обстоятельствами своей жизни. То есть, если вы управляете обстоятельствами своей жизни, вы свободны. И настолько, насколько вы управляете обстоятельствами своей жизни, настолько вы и свободны. То есть, если человек встал утром, да, неспешно подумал, значит, что он будет делать сейчас и потом в течение дня, значит, ну, он осознал свое ближайшее время, сделал все так, как положено, и спокойно себя чувствует, вовсюду успевает, все делает. Вот. Но в большинстве случаев, я думаю, что особенно у молодежи, получается не так.
прозвенел будильник, он еще не реагирует. Значит, ладно, еще 5 минут поспим. Потом вскакиваем, ой, уже время, уже опаздываю. Значит, собрался быстро, кусок хлеба бросил, полстакана чая выпил, полетел в университет, опоздал в университет. Ну, опоздал не все, не многие, вот, но тем не менее это бывает. И вот такой неорганизованный характер носит, значит, порядок дня, а потом и порядок жизни. А у людей свободных, все это осознанно, все это более-менее выверено. Они знают, когда надо позавтракать, когда пообедать, когда надо выехать в университет, чтобы вовремя поспеть, что надо взять с собой в университет и так далее и тому подобное. Управляет обстоятельствами своей жизни. Хотя понятно, что не всеми обстоятельствами своей жизни мы можем управить. Ну и обобщая теперь, значит, весь этот материал, надо сказать, что существует несколько таких представлений и концепций развития. Первое. Циклическая, круговая. Это древнее и древнейшее представление о жизни в каком-то ее движении общем. И, скажем, в древних религиях есть представление о годе бытия. Год бытия, то есть, скажем, в Древнем Египте это 1400 лет. В течение 1400 лет вот проходит этот год бытия одного типа. Да? Потом, когда настают дни священные, Сириус над Нилом встает утром на короткий промежуток времени в течение 72 дней. Это значит, что один год бытия закончился, а другой начинается. Святые дни, священные дни. В жертву приносятся 72 юноши, чтобы следующий год бытия был удачным. У индейцев еще больше лет. Вторая, значит, прямолинейная концепция будущего, или движения в будущее. Прямолинейная. Абстрактная, значит, имеющая просто перспективу какого-то движения. Не столько само движение, сколько перспектива такого движения. И это, вот я вам говорил, связано с христианством. В какой-то мере на нее ориентируется Августин Блаженный и другие. Третья концепция – метафизическая. Метафизическая. Она и была господствующей до Гегеля, а в какой-то мере у многих она является, в общем, и сейчас господствующей, в том числе в современных учебниках философии. Что значит метафизическое? Метафизическое – это значит, подходит к движению с механистической количественной стороны. То есть развитие представляется как какое-то увеличение или уменьшение. Вот если что-то увеличивается, то есть развитие. Если что-то уменьшается, то развития нет. Хотя это, мне это представляется наивным. Почему? Потому что, скажем, первые электронно-вычислительные машины были, большие электронно-вычислительные машины. Очень большие. Сейчас, я думаю, тот объем информации, который они перерабатывали, перерабатывают маленькие машинки. Вот. И вообще количественное определение, Гегель говорит, это внешнее определение. Количественная определенность – это внешняя определенность предмета. Все равно вода, да? Тонна воды или капля воды – все равно это вода. Но метафизическая концепция развития, она является очень такой распространенной в силу, видимо, своей простоты. Ну, очень просто, да? Раз больше, значит развитие. Раз меньше, значит не развитие. Давай больше хлеба, давай больше стали в Советском Союзе. Давай больше, значит, муки, угля. И в конце концов пришли к тому, что вроде бы много всего, а качество этого всего оставляло желать лучшего. И по качеству некоторых, а многих товаров, СССР на каком-то этапе, вот здесь после Хрущевского, начал проигрывать.
том числе, я думаю, и силу того, что господствовала на последних стадиях СССР у идеологов, политиков метафизическая концепция. Значит, диалектическая концепция развития – это концепция, развитая Гегелем. Вот Гегель впервые поставил, значит, развитие на диалектическую основу. И его концепция развития очень глубокая. Она помогла ему осмыслить фактически все науки того времени. И Гегель выступает поэтому энциклопедистом последним. Вот последний философ-энциклопедист, обобщивший знания всех наук, был Гегель. В том числе потому, что он схватил вот эту и выразил теорию развития. Поэтому я думаю, что кто хочет поизучать развитие, проникнуть в суть и природных процессов, и исторических процессов, и особенно духовных процессов, я думаю, должен хорошо познать Гегеля. Значит, в сфере логики, в сфере собственного духа вообще никаких других, значит, источников у нас нет. Вот развитие логики, развитие мыслительного процесса, развитие высшей стороны духа нам представил только Гегель в науке логики. И наука логики, она есть выражение развития категорий, как они развивались исторически и логически. Скажем, ну вот, вы знаете, что начинается наука логики с категории бытие. Да? Бытие. Исторически бытие открыл Парменид, первый теоретический философ. Парменид. Второе. Ничто. Ничто. Значит, нет специального философа, который бы специально там открывал ничто и развивал идею ничто, да? Но ничто, как интуиция, зародилась на Востоке, и в какой-то мере, может быть, эта идея, она филиировала и в Греции. Скажем, вот буддизм, он для него в основе всего стоит ничто. Истина – это ничто. Значит, все превращается в ничто. Поэтому не нужна активная, серьезная жизнь, да? Нужно созерцание и понимание того, что бы ты ни делал, что бы ты там ни хотел, все равно все закончится смертью, ничто. Значит, но европейский дух, он все-таки против этого сопротивляется. И выставляет бытие и становление. 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 Это открыл человечество Гераклит. Гераклит. Значит, философ, от которого осталось 70 фрагментов, но он хорошо сформулировал и определение, и выводы из этого определения. И одна из его формул звучит очень изящно. Значит, противовес Пармениду и вот этим негативистам, он говорит, нет ни бытия, ни ничто, а есть только становление. То есть всякая вещь есть становление. Мы можем здесь только немножко его подредактировать, чтобы сделать эту формулу правильной. Как мы ее должны подредактировать? Мы должны сказать, нет ни бытия, ни ничто. Отдельно, да? Они есть только в становлении. Бытие в становлении – это что? Прихождение, да? А ничто в становлении? Возникновение, да. Значит, возникновение. Ничто – это переход. Ничто. Это переход ничто в бытие. Да. Когда мы говорим ничто, оно есть как переходящее в бытие. То есть возникновение. Когда мы говорим бытие, тем более становление. Что такое бытие? Бытие – это прихождение. Скажем, правильно сказать, что вы историк? Нет. Историк становления.
Да, во. Значит, он говорит, нет. Правильно сказать, что он историк. Он же вышел не физик, не на физическом факультете. Во. Не на философском, не на каком-то другом. Вы на историческом факультете. Поэтому о вас правильно сказать, что вы историк. Но он правильно говорит также, что он не историк. Почему? Потому что он еще только учится. Истина о нем истинное высказывание о нем стоит в том, что он историк в становлении. Он историк, но в становлении. Он в становлении, но историк. Чувствуете? Вот этому надо научиться, да? Вот это надо чувствовать, ну и понимать. А чтобы чувствовать, надо сначала понять. Вот этот переход, что все есть вот в этом переходе. И если мы хотим истину выразить о каком-то предмете, мы должны этот предмет понять как такое становящееся, как такое переходящее, как развивающееся. Как? Чтобы понимать его глубоко. Если вы хотите понимать глубоко, то так. А если не хотите понимать, ну, конечно, зачем? Не надо. Вы-то хотите понимать? Что? Ну, жизнь, процессы, которые, значит, в которых вы живете. А что такое ничто? Ха-ха-ха, ничто. Ничто – это то, во что переходит чистое бытие. Значит, чтобы его, видимо, слова не убеждают. Проведу ему эксперимент. Листок есть, следовательно, он бытие. Листок есть? Да. Да, он рваный, но он есть. Листок есть? Я не понял. Два. Нет, два-то есть. А я спрашиваю, тот листок есть? Нет. А куда он делся? Разделился. Да, можно сказать, что он разделился. А можно сказать, что он перешел в ничто. Его нету больше. И никогда не будет. Он его нет. Того нет. Он будет склеенный листок. Можно сшить. Он будет сшитый листок. Да разница такая, что он был, а теперь его нету. Значит, можем провести с вами эксперимент. Вот вы есть, а сейчас вас не будет. Хотите, мы вам продемонстрируем. Кто за то, чтобы перевести его в ничто? Давай. Вот, товарищи, да, выходите. Да-да. Значит, господа. Значит, это я студентам, когда своим читаю, и попадаются некоторые товарищи, которые не понимают там каких-то вопросов. Я говорю, мы можем поставить эксперимент. Значит, что человек приходит, есть как приходящее, переходящее в ничто, это как-то понятно всем, да? Труднее почему-то дается понимание того, что человек есть как постоянно возникающее. Но если бы он постоянно не возникал, то и он не был бы становлением, он пришел бы сразу. Почему человек возникающее? Потому что постоянно питается. Скажем, не покорми человека месяц, и человека нету. Так или нет? Это понятно? Понятно. Теперь, не попои человека 2 недели, и человека нету. И, наконец, не дай человеку воздуха 5 минут, и человека нет. Поэтому поставить эксперимент очень просто. Перекроем кислород, если кто хочет. Да? Вот. И человек переходит в ничто, его нет. Вообще его нету. Человек? Да при чем тут сознание? Это человека нету. Есть хороший труп. Румяный, свежий, как живой. А? Продать не знаю. Значит, теперь. Четвертое, да? Четвертое, когда... Теория развития. Четвертое понимание развития. Естественно-научное. То есть,
в отдельных науках ученые доходят до идеи развития в этом предмете. Ну и, конечно, гением из гениев здесь является Чарльз Дарвин, который в 1859 году написал гениальный труд о происхождении видов. И вот этого Дарвина в конце 20 века, в 21 веке постоянно опровергают. Я знаю около 100 теорий, которые опровергают Дарвина. И вот они его все опровергают, опровергают, вот, а он все живет и живет. Почему? Потому что Дарвин открыл фундаментальные, значит, законы развития живой природы. Вот. Много там есть дополнительных, противоположных фактов, тенденций. Но они и в развитии есть. Но основополагающие они как были, так и есть. Мало кто знает, что в 1775 году в Лейпциге на немецком языке был опубликован труд русского ученого Александра Каверзнева о едином стволе живого мира, где Каверзнев показывает, что виды животных связаны друг с другом и имеют происхождение от одного ствола. Так и вспомнились вам, наверное, стволовые клетки, да? Вспомнились? Знаете вы стволовые клетки-то? Это основные общие клетки, которые преобразовываются во все другие клетки. И на основе этого сейчас, значит, делают разного рода лекарства и способы лечения. Значит, а вот Каверзнев до этого дошел еще в 1775 году, 25 и 60, за 85 лет до Дарвина он уже высказал идею о единстве, значит, живой природы, происходящей из одного источника, но в различных видах. И, наконец, конкретная теория развития, диалектико-материалистическая теория развития, которую сформулировали Маркс и Ленин. Маркс и Ленин. В чем она состоит? Она состоит в том, что развитие есть движение от простого к сложному, от низшего к высшему посредством противоречий. Посредством противоречий, что противоречие является движущей потенцией развития, это открыл Гегель. Но Маркс хорошо показал, как это противоречие является движущей силой общества, как эти противоречия являются движущей силой развития человека отдельного. Поэтому, значит, вот эта концепция, она имеет и такой более общий смысл общефилософской теории, и смысл особенно, значит, в социальной философии, в социальной теории, в исторической теории. Поэтому, значит, вторую нашу лекцию мы посвятим, собственно, вот этой вот концепции, концепции социального развития, которая базируется на диалектико-материалистическом понимании развития как движения от низшего к высшему, от простого к сложному, через борьбу противоречий, через борьбу противоположностей. Через противоречия, через борьбу противоположностей. Я думаю, что вот альтернативы вот этой концепции нет. И, скажем, если мы возьмем современные учебники по философии, то почти все они так или иначе базируются на вот этой вот концепции, значит, на вот этой концепции развития. Другое дело, что интерпретируют ее по-разному. А интерпретации эти, они идут от старых дискуссий, еще 19 века о проблеме развития. И я думаю, что для полноты впечатлений, для полноты познания вам полезно немножко об этих дискуссиях узнать. Значит, кто участвовал в этих дискуссиях о развитии? Во-первых, значит, известный английский философ Герберт Спенсер.
Герберт Спенсер был такой позитивист. Родился он в 1820 году, умер в 1903. И, как все позитивисты, был популярен. Почему? Потому что концепция позитивистская, она такая была популярная, и вроде усваивается просто, и в то же время человек может считаться философом. Гегель усваивается трудно, считается тяжело, поэтому популярность Гегеля, она росла постепенно через выдающихся учеников. А популярность позитивистов, она выросла очень быстро. И вот этот, да, в чем выразилась популярность, я вам хотел привести пример. Что Герберт Спенсер был любимым философом у Мартина Идена. Кто такой был Мартин Иден? Главный герой Бельмирного романа «Шоколад». Да, во. Приятно иметь дело с культурными людьми, которые знают, что был такой писатель Джек Лондон, и у него был роман «Мартин Иден». И Мартин Иден – это имя главного героя. Вот Иден, он был поклонником этого самого Спенсера. И я думаю, что вот почему Иден закончил так плохо самоубийством? Не потому, что он был поклонником Спенсера. Ну, даст Бог, может быть, наверное, не потому. Да? Да, так вот этот Спенсер говорит, что развитие – это всеобщая постепенная эволюция, наращивание и механическое перераспределение материальных частей. Интересно здесь только то, что слово «эволюция» он употребил раньше, чем Чарльз Дарвин. Дарвин, я вам говорил, в 1859 году, а Спенсер на 7 лет раньше уже говорит об эволюции. А? То есть эволюция – это почти механический процесс. То есть увеличение, постепенное увеличение и уменьшение. Поэтому, несмотря на то, что он очень популярный человек, я думаю, что почерпнуть у него, значит, можно только очень и очень немного. Но, значит, вот такую неправильность большую одну он породил очень большую. Эта неправильность связана с так называемым редукционизмом. Слышали вы такое определение – редукционизм? Редукционизм – это сведение сложных вещей к простым. Объяснение сложных вещей через простое. Да, ну вот в смысле сведения к простому. То есть, например, скажем, животных систем, живых систем к механическим, объяснять через механику. Но это значит объединять свой предмет. С одной стороны, значит, живые предметы, они используют, значит, свойства механики, механического движения. Ну, скажем, например, человек механически ходит, да? Но если мы будем сводить человека к каким-то механическим там этим движениям, ну, мы просто его превратим в какое-то неживое существо, вот и все. Поэтому это путь пагубный. Хотя, с другой стороны, вот я-то думаю, что человек, он не изучен как раз с механических сторон. Скажем, вот много у людей болят кости, ноги, артриты, артрозы. Это все происходит от механического воздействия на ноги, на суставы, на другие вещи. Но я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь изучил механику человека, механику движения человека. Как эти все нагрузки осуществляются? В каком объеме они, может быть, полезны? В каком они опасны? В каком они вредны? Особенно, скажем, в некоторых профессиях. Есть же профессиональные заболевания. Кстати, и вот химические воздействия на человека, они более изучены, потому что они более резкие и опасные. Предпринимателям приходится платить бюллетени, или оплачивать смерти, или что-нибудь еще. Вот. А вот, скажем, механическая сторона дела, она почти не изучается, движение жизни человека. Это зря. Но сводить жизнь человека, как это делает Конт, значит, к равновесию, мне кажется, это, конечно, такое... Это грубость. Просто грубость. И вторая идея, которая тоже имеет и позитивную сторону, вроде бы, и, с другой стороны,
значит, примитивизируют ситуацию и проблему в науке. Это именно проблема равновесия. Вот Спенсер говорит, что вот главное – это достигнуто равновесие. Равновесие, гомеостазис, как потом это открылось позже, в 19 веке, это очень важная вещь. И, конечно, мы с вами поддерживаем равновесие нашего организма. Да? Захотел он, устал он, мы отдыхаем. Значит, он проголодался, мы поели. Он испытывает жажду, мы попили. Все время мы, значит, восстанавливаем равновесие. Все время мы выходим из него, и все время мы его восстанавливаем. Это очень важно. Но сводить развитие к равновесию, ну, я думаю, что, конечно, это тоже такое огрубление. Значит, огрубление проблем. Далее, другая такая концепция и другой представитель, французский. Значит, говорит о так называемой творческой эволюции. Творческой эволюции. Что? Эволюция, развитие, они носят творческий характер. Они происходят потому, что дан какой-то изначальный, первоначальный толчок, и в нем запрограммированы, значит, другие толчки развития. И эволюция и осуществляется как такой, как такая масса самопроизвольной активности, масса самопроизвольных скачков. Вот. Ну и я думаю, что это, вы почувствовали, что эта концепция, она упирается в теологию. И, конечно, тоже, я думаю, что в малой степени состоятельно. В какой-то мере можно выделить антропологическую концепцию развития. Развивал ее в основном Сартр, Жан-Поль Сартр. Жана-Поля Сартра вы, наверное, все знаете. Слышали? Слышали? Ну вот. Вот у него он говорит, что, значит, развитие, оно касается человека, человеческого духа. И по отношению к человеку и к человеческому духу, ну, можно говорить о каком-то там развитии. А жизнь природы, в том числе и живой, это, в общем, повторение одного и того же, поэтому, ну, как бы и не стоит и говорить тут ничего. В последние десятилетия 20 века, значит, француз Козер и немец Дарендорф выдвинули концепцию развития через конфликт. Вот они увидели, что конфликт – это, значит, что-то положительное, влияющее в направлении развития. Мне кажется, что тоже здесь, значит, такое преувеличение. С одной стороны, верно, развитие – это развитие противоречия. Да? Противоречие разрешается. Часто оно разрешается через конфликт. Но разрешение этого конфликта, оно может быть как в развитии, так и в деградации. Значит, например, болезнь, да? Человек болеет. Значит, наступает ситуация обострения болезни. Конфликт организма с болезнью, с чем-то в организме, что организму вредит, что организм пытается преодолеть. И конфликт этот может разрешиться в пользу организма, организм преодолеет этот конфликт, разрешит это противоречие, но может и не преодолеть, болезнь может преодолеть организма, и закончится это очень печально. Или, скажем, любая смута общественная, есть конфликт, в том числе и смута у нас в СССР в конце 20 века. Да? Конфликт. Значит, нам обещали граждане Гайдар, Чубайс, Ельцин, другие, что вот мы сейчас утвердим рынок и будем жить лучше, чем в Америке. Мы были вторая держава. По всем экономическим показателям мы входили в десятку самых развитых стран. По всем. Вот. А обещали еще лучше. Хотя есть... Знали все мы поговорку «лучший враг хорошего». Значит, разразился этот конфликт. Чем он разрешился? Он разрешился разрушением СССР,
разрушением России СССР – это историческая форма существования России. Он разрешился разрушением Великой России. И от России осталось РСФСР. 20 миллионов русских людей остались вне России. И вот их бы надо спросить, как конфликт разрешился, хорошо или не очень. Особенно тех, кого там поубивали, повыгоняли, ну и так далее. Поэтому, значит, эта вещь такая, она очень и очень относительная. Ну и, конечно, значит, концепция Маркса и Ленина здесь выглядит очень выигрышно, что это действительно разрешение противоречий, разрешение как снятие. Категория снятия, я думаю, что вы с Михаилом Васильевичем изучили, знаете хорошо. Что такое снятие? Как? Это отрицание, но не зряшное, не пустое, не вообще отрицание, да? А какое? Не наличного бытия. Ну, и наличного бытия тоже. Но когда мы говорим сейчас о снятии в первом таком первичном смысле, мы говорим не об отрицании наличного бытия, а об отрицании другого. Я тогда попозже скажу. Так что такое снятие? Ну, никто не помнит снятие. Значит, это важнейшая категория, она не категория, она понятие, важнейшее понятие, без знаний и понимания которого многие вещи вы не поймете. Насколько оно важно, показывает тот факт, что Маркс и Энгельс в своем таком обобщающем знаменитом произведении «Манифест коммунистической партии» используют это понятие для знаменательного предложения. Говорят, наше учение можно выразить одной фразой. Представляете, 55 томов Маркса и Энгельса, а выразить можно одной фразой. И в этой фразе используется понятие «снятие». Одной фразой. Out heaven, privat, identum. Одной фразой. Out heaven, privat, identum. Вот три слова. Значит, out heaven, снятие частной собственности. Вот мы привыкли в четвертом томе, наши товарищи думали-думали и перевели уничтожение. Надо сказать, что это они следуют Бакунину. Бакунин, когда переводил манифест в середине 19 века, он обошел всю эмиграцию. Говорит, товарищи, помогите, как перевести снятие? Значит, сохранение, есть смысл слова сохранение этого. Это вроде как глупость. Зачем революционерам сохранять частную собственность? Мы боремся против нее. Уничтожение. Уничтожение было бы корнем. Да? Нет, ничто. Но сказано-то, out heaven. И вот бегал, ни к чему не прибежал и решил оставить уничтожение. В расчете на то, что будущие люди будут читать не глупые и будут понимать, что речь идет о снятии. Что значит снятие? Снятие – это значит уничтожение с сохранением существенного. Оно имеет два значения. Значит, сохранить и уничтожить. Кстати, и в русском языке еще больше противоположных значений имеет слово «снять». Что значит «снять»? Когда мы используем слово «снять»? Раздеваемся, снять одежду. Еще? Снять снайпера. То есть убить снайпера или там часового снять. Убить часового. Снять
Снять с поста, с должности. Снять на пленку, то есть сохранить, да, на память. То есть в русском языке тоже есть вот эта противоречивость, противоположность значений. Значит, так и здесь. Снятие частной собственности. Ну, а как это в конкретной действительности происходит в социальной сфере, это мы с вами разберем на следующей лекции. Поэтому, когда Гегель-то использует снятие, он использует после становления. Значит, наличное бытие – это и есть снятие становления, результат снятия становления. То есть в наличном бытие становление снято, а следовательно, в нем есть и ничто, отрицание. Во всяком предмете, во всяком наличном бытие есть вот это отрицание. И оно играет зачастую определяющую роль. Но об этом на следующей лекции. Перерыв.